потрясающее чувство предвкушения работы и смотрю в будущее с нетерпением. Такой вызов определенный для меня. Хочу доказать и показать многим, прежде всего, даже самому себе, что я могу. И говорю, с нетерпением жду уже, когда мы завтра улетим на сборы, тренироваться, готовиться. Очень серьезный отрезок. Сейчас хочу, чтобы мы как можно выше поднялись. Для себя поставил определенную планку в том, чтобы команда как можно выше была. То, что там шестое место, я думаю, по силам, как будет уже, конечно, увидим уже по окончании сезона. Но в целом очень рад, потому что надо отдать должное, потому что в Туле очень любят команду. Болельщик ходит 15 тысяч почти на каждой игре. Это дорогого стоит. Плюс Тульская область и губернатор поддерживает эту команду очень сильно. Это огромное подспорье для самого клуба. Плюс, говорю, очень благодарен. И большая роль здесь, конечно, в том, что здесь Миодрак Божевич. Я с огромным уважением к этому специалисту отношусь. И как тренер, и как человек, он для меня топ. Поэтому я очень с большим таким теплотой к ним отношусь. Поэтому жду с нетерпением, знаю его требования и буду стараться соответствовать. Плюс большое спасибо Гураму Захаровичу за поддержку, за то, что верит в меня. Мое дело только осталось меньше болтать, а все доказывать на футбольном поле. Все, что я могу, все, что я умею, я постараюсь на 200% показать и доказать, и помочь команде. Мы сотрудничали вместе, это был волшебный для меня год, и поэтому я никогда не упущу возможность поработать с ним еще, когда вот так вот все получилось, все сложилось, и среди всех вариантов, которые были возможны для меня, прям сразу номер один – это Божевич. И говорю, плюс Тулу действительно очень любит болельщики и играть на полном стадионе, и я думаю, что, надеюсь, они будут приходить и поддерживать нас, а мы уже постараемся соответствовать и ожиданиям, и уровню. Очень соскучился по футболу, и сейчас, знаете, так все внутри бурлит, пылает. Я такой человек сам по себе очень эмоциональный. Сейчас пока сдержанно, потому что пока немножко даже не могу поверить, что это все наконец-таки один этап закончился. Новый начинается, огромный вызов для меня, и нужно доказать свою состоятельность.